занять, но время на ребенка находит всегда. Поэтому исключительно только папа его. Я тебя не вижу, как ты боишься, я с ним рассказываю. Папа его очень любит встречи. В этой семье нянчит малыша без помощи посторонних. Муж поначалу предлагал, но Стоцкая закончила разговор резко. Сказала, давай, может, няня, потому что я люблю, я сказала, что появится мама. Выпишем, если только брать. Мама певица уверена, что Настя может справиться с воспитанием ребенка и сама. Настя сама совершенно чудесная мамочка. Я